Вечером в торговом зале цветочного павильона появился мужчина. Нет, ему нужен был не букет, а телефон для срочного судьбоносного звонка. Доверчивая девушка-продавец дала незнакомцу телефон. Как она потом объяснила свой поступок, жалко стало человека. Но вскоре жалеть пришлось уже себя. Мужчина так увлекся беседой, что ушел из магазина, прихватив чужой гаджет. Восстановить справедливость и веру в людей помогла полиция. Злоумышленник, а им оказался 32-летний ранее судимый саратовец, задержан и заключен под стражу. Отделом по расследованию преступлений на территории Заводского района города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чтобы обезопасить свое имущество от преступных посягательств, не поддавайтесь на просьбу дать сотовый телефон незнакомцам. На любые предлоги о необходимости срочного звонка, в скорую помощь, больницу и прочее отвечайте вежливым отказом. Нет денег на счете или села батарейка. Если вы все-таки стали жертвой такого рода преступлений, не стоит оказывать преступнику активное сопротивление. Если он физически сильнее или вооружен, постарайтесь запомнить его внешность, особые приметы и незамедлительно сообщите о происшествии в полицию, в ближайший отдел, либо по номеру телефона 02 или 102. Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.